Аллилуйя, мир вам и благодать да умножится. Приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа, всех, всех, кто сейчас находится перед экранами телевизора, всех приветствую тех, которые находятся у мониторов, всех тех, кто слушает меня и слышит меня, пусть Бог благословит вас. Очень, очень рад, очень рад, что вы с нами сегодня, очень рад за за привилегию служить вам сегодня словом. Приветствую всех драгоценных моих, которые а, являются прихожанами нашей общины Дом Веры. Аллилуйя, мир вам и благодать да умножится. Такое благословение быть с вами, такое благословение общаться с вами, такая радость. Пусть Бог благословит. Если вы смотрите меня со спутника, то вы можете пройти сюда на Дом Веры и с Дома Веры уже смотреть нас непосредственно а, непосредственно в, и писать мне. Кстати, меня зовут Максим Максимов, вот здесь вы видели. Аллилуйя! Ну что, драгоценные мои, и приветствую всех прихожан нашей счастливой, дружной, веселой общины ⁇ Дом Веры ⁇ Приветствую всех и хочу сказать вам, какое благословение быть с вами, какое благословение общаться с вами, какое благословение находиться в в одном месте. Вы знаете, как хорошо, что мы можем в одном месте собираться и славить Господа, славить Иисуса Христа. Сегодня мы будем молиться, сегодня мы будем искать лица Господним. Если вы первый раз к нам присоединились, не отключайтесь, потому что у нас сегодня будет очень важная тема. И мы будем говорить на тему... На тему успешной жизни христианина Продолжать Эффективно и успешно Насколько жизнь христианина эффективна и успешна Как можно сделать жизнь христианина Эффективной и успешной Поэтому если у вас есть желание То пожалуйста подклю... оставайтесь Следующие 40 минут мы будем вместе И будем а, славить Господа Как вам известно мы собираем на камеру Последние дни и Пытаемся собрать достаточно средств, чтобы а, приобрести камеру Мы хотим приобрести камеру а, Нам нужна четвертая камера, которую вот здесь будет показывать а, И а, мы уже почти прошли весь путь 2227 долларов собрано Плюс еще переводы были отдельные И а, вот сейчас на экране вы видите а, И... Мы, я благодарю, во-первых, конечно же Всех вас, мы еще немножко осталось Небольшой рыбок. В, сколько здесь долларов, наверное, 800-900 Да нет, меньше Меньше осталось да, 800 где-то долларов да, осталось вот, и, и я попрошу вас Сделать последний рывок, последний шаг Мы не торопимся Мы не торопимся, потому что в свое время Пожнем, если у вас есть возможность И желание, поддержите Чтобы нас поддержать, пройдите на этот сайт gofundme.com и вы можете нас поддержать там или зайдите на сайт CNL или на Facebook ко мне и там тоже будете видеть эту информацию пусть бог благословит вас у нас цель собрать на камеру мы почти почти собрали но еще не собрали я не буду пользоваться своей кредитной карточкой буду только только буду только буду стоять вере что как соберем так и купим вот Хорошо, дорогие мои, скоро у нас Пасха. Скоро у нас Пасха. Потрясающая, потрясающая Пасха, потрясающий праздник жизни, смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому я ободряю вас всех принять участие в наших пасхальных богослужениях. Пусть Бог благословит вас. Очень-очень мы, это центральный христианский праздник, у нас два праздника, Рождество до Пасха, и сейчас кто-то начал спорить, там Песах или еще что-то, какая Пасха, восточно-западная, да мне все равно, западная или восточная, вообще меня это мало интересует, главное, что Христос воскрес из мертвых, это, наверное, самое главное, Он живой, Он воскрес из мертвых. И все остальное это второстепенно. Все остальное так незначительно. Какого числа, кто там, что, как. Для меня самое главное, что Христос пришел, умер, распят, воскрес и явил нам славу. Как Христос воскрес, так и нам ходить в обновленной жизни. Для нас есть надежда. Ибо Пасха наша не кулич, не кролик ни а, ягненок, ни наша Пасха Христос. Многие сейчас хотят в церквях возродить Писах, еврейский вариант праздника Пасхи, а, но в действительности наша Пасха не Писах, наша Пасха Христос. Ох, мне чайку принесли, спасибо большое. Итак, наша Пасха Христос. Давайте возьмем с собой кружечку чая и будем общаться вокруг этой темы. А сейчас совершим молитву. Много может усиленная молитва праведного. Молитесь. Много может молитва, которая... которая... Якова написаны такие слова. Много может усиленная молитва с усилением. Давайте сделаем нашу молитву с усилением. Пускай наша молитва будет усиленная. Усиленная верой, усиленная постом, усиленная молитва. Усиляйте свою молитву. Ее можно усилить. Аминь, аминь, аминь а, И сейчас мы будем молиться Но перед тем, как я помолюсь, я хочу поприветствовать всех, кто в Доме Веры там присоединился Давайте посмотрим, кто у нас там присоединился Так, Яна, а, Слава, а, приветствую вас а, Слава Голбутинов, не знаю откуда он пишет Татьяна из Алматы, Бишкека Яна с Москвы, Александра с Максим из Харькова, Максим, витают тебя так, кто еще у нас? Юлия Сабакана, Андрей, Андрей из Австрии, Австралия, о, с Австралии, вау, Андрей, привет, приветствую вас, дорогой Людмила из Омска, приветствую вас Так, кто еще у нас здесь? Александр Сыркутска, конечно же Лариса с Израиля, Шалом. так, Татьяна, приветствую вас также. Наталья, приветствую вас также. Из Мизури, всю Наталью и всю ее большую семью. Приветствую всех любовью Господом, Иисуса Христа, Святослав Кишинева. Приветствую вас. Ну что, уже у нас так команда утряслась, лидерская команда. Владимир Комиссаров с Междуреченска приветствую вас также. Приветствую всех, любовью к Господу, у нас хорошее общение, вы знаете, у меня уже такое ощущение, что у нас с вами какая-то вот семья сформировалась, отношения, близкие, мы уже друзья, мы уже видим друг друга, о, так интересно вот видеть Израиль, Австралия, Украина, Россия, Европа, из разных мест люди подсоединяются, и это, это так приятно, что, что мы одна семья, и мы вместе созидаем Царство Божие. Аминь, аминь, аминь. Слава Господу. Ну что, давайте совершим молитву, восхвалим Господа и будем говорить. Аллилуйя. Слава, слава тебе, Господь. Мы превозносим Тебя, Господь. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Мы величаем Тебя, Царь славы. Благословляем Твое святое имя. Слава, слава, хвала, хвала, слава Тебе, Иисус. Господь, мы поклоняемся Тебе, величаем Тебя, благословляем Тебя. Ты велик, Ты достоин славы, Ты достоин чести, Ты достоин благодарения, Ты достоин хвалы, Господь, Ты достоин хвалы, слава Тебе, слава. Господь, я превозношу Тебя, поклоняюсь Тебе. Я хвалю Тебя, Иисус, я хвалю Тебя, я славлю Тебя. Тебе благодарение, Тебе поклонение, Тебе одному, слава Тебе, слава Тебе, слава тебе Господь. Я благодарю Тебя тебя за этот день, благодарю тебя за милости, благодарю тебя за то, что ты ведешь, вразумляешь, направляешь, поддерживаешь, за то, что ты открываешь окна небес над нами. Господь, благословляю твое святое имя. Слава тебе, царь мой, Бог мой. Слава тебе, победитель. Аллилуйя. Ты достоин чести, ты достоин благодарения, ты достоин поклонения, ты единый, славный, ты сильный, ты Бог крепкий, ты победитель, отец вечности, Господь славный. Слава тебе, слава слава, 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 слава. Господь, благодарим Тебя, поклоняемся Тебе, величие Тебе. Я прошу, Боже, благослови нас, благослови каждого человека, кто сейчас возле экранов находится. Господь, благослови, благослови во имя Иисуса Христа. Я в этой молитве благословляю. Я прошу, Боже, благослови тех, которые смотрят меня через Дом Веры, тех, которые смотрят со спутников. Благослови людей в Германии, в России, в Украине. Благослови, Господь, в разных странах. Благослови Господь, в Австралии брат наш смотрит. Благослови Господь в Усть нагорске Благослови тех, которые из Астаны, Салматы, Сарани. Благослови из Москвы. Благослови из Иркутска. Благослови Господь наше семейство. Благослови каждого человека во имя Иисуса Христа. Я говорю, благословение над вами. Благословение над вами во имя Иисуса Христа. Господь, благослови во имя Твое. Я благословляю каждого человека. Да благословит Тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И все скажем Аминь. Давайте славить Господа Иисуса Христа, давайте поклоняться Царю Царей, давайте величать Его имя, давайте восхвалять Господа нашего Иисуса Христа. Он достоин чести, достоин хвалы и благодарения. Мир вам, драгоценный, и любовь от Господа до да умножится. Приветствую вас в эфире. Я Максим Максим. Сегодня мы будем говорить на важную тему. Вообще, в преддверии Пасхи мы хотим воздать славу Господу. Мы хотим воздать всю честь. Он умер, и Он воскрес. Вы знаете, в преддверии Пасхи происходили важные события. Это воскресенье у нас было вербное воскресенье, когда Иисус въезжал на Ослики в вы помните, да? Давайте прочитаем а, эту историю. Если возможно, откройте с вашей стороны Луки, 19 главу. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Луки, 19 глава. И я буду читать а, со стиха, а, ну давайте из 29 стиха. Луки, 19 глава, 29 стих. Я буду благодарен, если вы откроете и посмотрите. Итак. Давайте прочитаем, там несколько стихов будет, и будем вместе читать. Я надеюсь, что на экране тоже появится. Когда Иисус с учениками, конечно же, путешествовал по, своей, по всей земле, он приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников своих. Посылает учеников, двух мужиков. Сказав, пойдите в противолежащее селение, и войдя в него, найдете молодого осла. Два крупных парня увидят молодого осла и привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязывать, скажите ему, он надобен Господу. Читаем дальше. Посл посланные пошли два ученика и как он им сказал и и когда же они отвязывали молодого осла хозяева осла спросили сказали им а зачем вы отвязываете населенка? Вы знаете они отвечали он надобен господу. Вот такая вот потрясающая история. И привели его к Иисусу, и накинув свои одежды на осла, посадили на него Иисуса Христа. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. Люди расстилали одежды свои по дороге. А когда приблизились к спуску Горелионской, все множество учеников начало в радости всегласно славить Бога за все чудеса, которые они видели. И дальше мы знаем историю, и, там этот фарисей и все остальное. Они благословляли, благословен царь грядущий, вот 20, стих, благословен царь грядущий во имя Господне на небесах и слава вышних. Конечно, фарисеи стали говорить, зачем они кричат, пусть замолчат и так далее. Но народ радовался. Иисус сказал, тогда камни закричат, и все они будут молчать. Вы знаете, это въезд Иисуса в Иерусалим, когда люди посылали пальмовые ветви, и они хвалили Бога, славили, они говорили «Аллилуйя, Аллилуйя, слава, слава, слава». Они восхваляли, они радовались тому, что Иисус въезжает в Иерусалим. Через некоторое время, буквально через неделю, наверное, его распнут и будут тем же путем вести. Но это будет уже другая история. Сейчас он въезжает в Иерусалим радость на город пришла, город пришел в движение. Сегодня я хочу, говоря об успешной жизни, сказать такую вещь. Во всей этой истории есть один маленький герой. Это осел. Я сегодня буду про тебя, осел, говорить. Ослик. Про вас, дорогие ослятушки, ребятушки. Знаете, что вообще мы привязываемся к чему-либо мы говорим о привязанном масленке. и вообще я посмотрел на людей все люди к чему-то привязываются кто-то привязывается к своему своей машине кто-то к своей работе кто-то к своему а делу, кто-то к бизнесу, кто-то к деньгам привязался, кто-то привязывается. Есть хорошее привязывание. Привязался к своей жене, ходит с женой, радуется вместе. Привязался к детям, кто-то привязывается к внукам. Мы привязываемся друг к другу, к городу, к стране. Мы привязываемся к земле. И многим людям очень трудно перейти на нее, потому что они очень сильно имеют связи здесь, на земле. Они такие сильно привязанные к земле. И когда мы говорим о привязанности к земле и к земным, вообще мы сами себя привязываем. Я хочу рассказать одну историю, которую я в Таиланде. Я надеюсь, вы были в Таиланде когда-нибудь? Вы не были в Таиланде? Ну, съездите. Так, знаете, вот в Таиланде есть такая вот история, когда там слоны есть и нам рассказывали, как их воспитывают. История стоит в следующем, когда слоненок рождается, он весь животной такой, он, ааа, он тянется, но потом его а, привязывают, он ходит за мамой, потом его как, берут под контроль, его привязывают одну ногу, у них такие ножки, привязывают цепью и вбивает кол глубокий, и слоненок ногой, когда его прибьют, он тянется, тянется, он сопротивляется. Я видел даже эту картину, как слоненок стоит с натянутой цепью на ноге, натянута, и вот он наверное, пытается оттянуть, и он, он, и так, и всяк, он бегает вокруг этой цепи, как привязанный но он и есть привязанный, в принципе, он привязанный к цепи, и вот он бегает, он пытается биться, бороться, он пытается торваться, он пытается выйти из зоны вот этого э, рабства, и он борется, борется, борется. И в один день, вдруг слоненок повзрослел и сломался. Он понял, что если он натягивает ногу, то боль будет только больно ему. Лучше не дергаться Если его привязали, это навсегда Он привяз, привязался навсегда Он привязанный И ничего с ним не будет Все, он полностью привязанный Он полностью, полностью привязанный Нога зацеплена Натянута веревка Ничего с ним Знаете, когда я посмотрел на этих Обломанных слонов И вот проходит время слон вырастает до огромных размеров. Вы можете себе представить огромного размера слона. Знаете, что нужно сделать с погонщику, который сидит наверху слона, чтобы слон остановился и стоял как копанный? Они берут ниточку, веревочку, привязывают вокруг ноги, той ноги, которую слоненка привязывали в детстве. Слон чувствует нервами, что там что-то привязалось, и он думает, о нет, опять и он останавливается как копанный. Он как копанный останавливается и никуда не сдвигается с местом. Он просто стоит на одном месте, потому что чувствует, веревочка привязана, все это значит, он больше не сможет двигаться, у него установка, он уже все, он уже, он привязанный слон. Все, что нужно сделать слону, это просто дать чувство, что у него на ноге веревка, цепь, и все. И он никуда не пойдет, он не будет сопротивляться, он знает, он все детство пытался оторваться, и он понял, что это невозможно оторваться. Вот это, вот это состояние, когда человек убежден, что все, это невозможно. Привязанные ослята мои. Вы знаете, история еще одна есть про акулу. Одну акулу посадили в большой аквариум, и периодически ей подкидывали рыб, чтобы она их ела. И она их ела. Ну, как бы, рыбы попадали и понимали, что это смерть. Рыбы в ужасе, в трепете бросались в угол. Акула догоняла, хватала их и ела. И вот наступает один момент, когда ученые провели эксперимент. Они э, засунули в аквариум стекло. А знаете, в воде стекла не видно вообще. Если вы хотите стеклянный предмет спрятать, спрячьте его в аквариуме. Его не будет видно. Стекло. Поставили стекло и акула не видит стекло, плавает себе, плавает спокойно. Но с той стороны стекла, там тоже вода, посадили одну рыбешку, наглую, маленькую такую еду. Когда рыбешку посадили, она увидела сквозь стекло, она тоже не знала, что там стекло есть, она увидела сквозь стекло акулу, и она в ужасе забилась в угол. Она в ужасе спряталась, 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 спряталась от от всех этих ужасных этой ужасной акулы она билась она в ужасе в трепете думала что сейчас нас... акула в благодарности возблагодарив за пищу сию Господа она рванула чтобы скушать чтобы скушать эту маленькую рыбешку и она рванула со всего со всего ходу она, она рванула и со всего ходу неслась, открыла рот. Там, знаете, как музыка-да-дан-дан-дан-дан. Вот акула идет. И эта рыба. А -а -а! Она забилась к стенке, спряталась. Нет! И эта акула несется со всего ходу. И вдруг шандарах об стекло, Она ударилась со стекло. Она. Не поняла, смотрит, да что такое, та рыба возле стенки прижатая. Нет Акула делает второй заход, третий заход, и всякий раз, шандарах, об стекло вот так, она прижимается к стеклу, и она думает, да что происходит, что происходит. И вы знаете, постепенно акула начинает верить, что она ни на что не способна, и что эта рыба, она несъедобная, эта рыба ахамела обнаглела. Она начинает просто плавать, смотрит на безумство акулы, смотрит на безумство, что акула делает, и акула бьется, бьется, весь день билась, и в какой-то момент, вдруг, она сказала, все, мне больше ничего не надо. Я не собираюсь больше пытаться даже съесть эту рыбу. Эта рыба несъедобная, потому что я ее не могу съесть. Все, эту рыбу я полностью все, отказываюсь от этой рыбы, ее не существует. Вы знаете, эта акула приняла решение, что рыбы не существует. Стекло пришло сюда. Ученые вынимают, ученые вынимают э, стекло из аквариума. Ну, думаю, ну теперь акула, наверное, скажет. Но знаете, из аквариума это стекло вытащили, а из головы акулы не вытащили. Она доплывала до того места, где было стекло, останавливалась и разворачивалась в обратном направлении. Она никогда больше не пересекала эту территорию. Она навсегда осталась привязанной к этому стеклу. знаете, привязанность, привязанные слятом. Мы привязываемся, Однажды, я когда жил в квартире, к нам прилетел волнистый попугайчик Он залетел на окно Было понятно, что он от кого-то из соседей улетел Но а, мы не знали, как с ним поступать, как его ловить, а вообще куда его девать И он у нас в комнату залетел и сел на шкафу, чирикает, чирикает что-то Вы знаете, мы, мы, конечно же, немножко в, в шоке А что, что делать-то? Что, что а дальше что делать? А, как его поймать? Мы пытались его ловить, не ловится он. И ко мне пришла одна мысль, зная психологию животных и людей, будучи хорошим пастором, я рванул. У нас через дорогу был зоовазарчик, -зо и купил клетку. Принес домой клетку, открыл дверцу в клетке, поставил там зеркальце и зернышко насыпал. Вы знаете, попугай, когда только увидел клетку, он. Он весь, а -а -а! вот он дом, еда каждый день. Я потерялся. Он рванул со шкафов внутрь клетки, залез, бросился к зеркальцу, кормушки, к, к поилке. Какая для него была я радость. И дверь закрылась за клетки, и попугай даже ничего. Ой, классно. Вы знаете, все, что ему нужно было, ему нужна была хорошая клетка. Он просто потерялся из своей клетки, прилетел ко мне домой и умоляющим взглядом просил себе новую клетку. В клетке так все просто: еда сама приходит каждый день, даже молиться особо не надо. Вода приходит каждый день, зеркальце есть, все классно. Все, что ты нагадил, раз в неделю убирают, новую газету для чтения застилает. каждую неделю новая газета можно читать. Ну вообще жизнь прекрасна в клетке. Представляете, все комфорт, тепло, на подоконнике стоишь, в окно смотришь, смотришь на этих замерзающих воробьев, которых кошка живет. а у тебя ни кошки, ничего, ни холода, ничего. Вот еда идет каждый день, и такое, это просто рай, рай. Правда, летать ты не можешь, но зато ты с, пол, с палочки на палочку. Привязанный осленок. Вообще, многие из нас, мы ж, живем жизнью привязанности. Мы живем привязанными ослятами. У нас есть, знаете, как, у, у, у этого осленка был хозяин. Хозяин, который а, четко говорил, что ему делать, что ему не делать. Хозяин, который управлял его жизнью. А, и когда Иисус Христос отправляет учеников, вы должны представить сейчас ситуацию. Представляете, приходят два мужика, начинают отвязывать осленка. Ты подбегаешь, слушай, дорогой, зачем, зачем ты отвязываешь моего осленка? Они смотрят и говорят: "Он надо бен Господу". Знаете, сленок это как машина того времени. Ты стоишь, выходишь на парковку, вдруг кто-то стоит с ломом и пытается открыть дверь твоей машины, и ты говоришь: "Что ты делаешь?". Он говорит: "Он надо бен Господу". Вообще хозяин дьявол сказал однажды: "Я говорит, мне дано преданы все царства земли, и я кому хочу, тому даю". Другими словами, он сказал, что я имею власть над всеми царствами земли, над всеми вами. И это было в Луке, по-моему, 4 главе, где он искушал Иисуса Христа. И он, он претензии имеет на власть над тобой. Мне дана власть над всеми царствами, мне дана власть над всеми людьми, мне дана власть. Я кому хочу, тому ее даю. Он привязал нас. Помните, когда Иисус Христос в синагоге был и сказал, эта женщина связанная с сатаною 18 лет. Дьявол связывает нас болезнями. Дьявол связывает нас какими-то вещами. Дьявол связывает. И иногда мы сами лезем в эту петлю, чтобы нас завязали. Мы сами связываемся. Быть связанным. Привязанным осленком. Ты стоишь вот так и думаешь, ну вот такая жизнь у меня. Такая жизнь. Что теперь сделаешь? Меня привязали. Я привязан здесь. Что я теперь могу сделать? Что я могу сделать? Что я могу сделать? Что я могу сделать? У меня здесь стекло, как у акулы. Я не могу на ту сторону плыть. Я, я как пес привязан, я уже не выхожу за рамки э, цепи. Вы знаете, э, когда мы говорим о. о, о вот с этой привязанностью. Зачем вы отвязываете осленка? И осленок стоит. Да, зачем? Я здесь привык. У меня сено есть, все есть. У меня все. Иисус хочет отвязать тебя. Многих из, многие из нас привязались не к неправильным вещам. Привязались к неправильным, неправильным вещам в жизни. Вы привязались не к тому, вы привязаны не к тому. Некоторые из вас привязаны к этим фейсбукам, соцсетям. Вы уже привязались к ним. Просыпаетесь утром, бежите, что там кто что написал? Да хоть что написали, не все равно, что написали Они не придут на твои похороны. Они тебе смайлик пошлют или вот такой грустный смайлик. Они не придут. Это не друзья твои. Это всего лишь привязался. Отвяжитесь. Иисус хочет отвязать тебя от своих соцсетей. Иисус хочет отвязать тебя от неправильных связей. Иисус хочет отвязать. Мы привязываемся друг к другу. Мы привязываемся, мы привыкаем, мы создаем привычки, мы создаем, мы, мы привыкаем к чему-то. Дорогие мои, когда мы говорим с вами о о том, что Иисус хочет нас отвязать, он говорит: найдете молодого осла. И вот я к тебе обращаюсь, молодой осел. Иисус находит тебя и хочет отвязать тебя. Иисус хочет отвязать тебя от твоей порочной жизни. Многие из вас имеют дурные привычки, привязаны к курению, алкоголю, привязаны к каким-то грехам, привязаны к неправильным людям, привязаны к неправильной работе, привязаны. Вы знаете, дорогие мои, когда мы говорим об этих неправильных связях, Иисус хочет отвязать нас. Он посылает апостолов двух апостолов, он посылает двух апостолов и привязыв, отвязывают, он отвязывает этого осла, он они приходят, чтобы отвязать тебя. Господь освобождает нас от рабства, быть привязанным, то быть рабом. попугай стремился в клеточку не потому, что он был свободный, а потому, что он привык там. дорогой человек, может быть, Бог тебя отвязывает, чтобы сделать хорошую вещь. Зачем? Зачем, а, зачем ты привыкаешь к этому? Зачем ты соглашаешься при призови Иисуса, чтобы Иисус сделал чудо, отвяжи меня, отвяжи меня от этих всех странных вещей, отвяжи меня, и не хочу оставаться в этих неправильных связях. Какая цель у Иисуса Христа? Ответьте мне на вопрос. Там, кто меня смотрит сейчас, я вижу, там многие люди комментируют, а, Лариса а, понравилось ей как через стекло, Андрей а, из Сиднея, Австралии, Слава. Вот к вам вопрос, дорогие александр Скоминогорского. Обращаюсь к вам. Зачем Иисус послал, вот сейчас скажите: зачем Иисус послал апостолов отвязать, чтобы что сделать потом? Для чего им нужен был осел? Дорогие мои, осел им нужен был по одной причине. Я сейчас к вам обращаюсь и стучусь. Осел был нужен для одной причины. Многие говорят, Господи, отвяжи, отвяжи меня, отвяжи меня от всех этих неправильных связей. Отлично. Но для какой цели? Для какой цели? Для какой цели Иисус Христос тебя отвязывает? Какая причина? Какая задача? Почему? Почему он отвязывает нас? Чтобы что с этим ослом сделать? Что Господь хочет сделать с этим осликом? К вам случилось, к вам обращаюсь. Вот давайте подумаем. Иисус Христос приходит, приходит к, отправляет апостолов и говорит, отвязывайте осленка. Цель Какая? Чтобы совершить служение Господу. Ну, да, почти правильно. Совершить служение Господу. Для чего? Что именно? Вы знаете, вот, вот этот вопрос а, для служения Господу. Он надобен Господу. Для чего он надобен Господу? Давайте вы сейчас служение так очень духовно. Более конкретно. Но для чего? Давайте, я, я жду ваших комментариев. Давайте, давайте быстрее, пишите мне свои комментарии. Вообще, вот эта обратная связь очень, очень. Конечно, для служения Господу. Но что конкретно Иисус Христос сделал? Конечно же, чтобы въехать в Иерусалим, Иисус хотел, чтобы на осле нееженом въехать в Иерусалим. Послушайте, не просто для служения Господу. Очень, очень размыто. Иисусу нужен осел. Чтобы возить Иисуса на спине, пишет Наталья из Миссури. Абсолютно верно. Он хочет из нас использовать, пишет Светлана из Миннесоты. Правильно. Но чтобы ездить на нашей спине. Вы знаете, когда мы говорим о въезде в Иерусалим, это очень интересный момент. Иисусу нужен, Иисусу нужен кто-то, на ком он въедет в Иерусалим. Друг, дорогой осел, если так можно сказать, вы уже на меня не серчайте. Но я говорю про того ослика, который там стоит. Дорогой осел, ты можешь себе представить, что завтра твоя жизнь изменится радикально? Все люди будут кричать, и ты будешь идти в восторге, смотря вокруг. И говорить, вау, как меня любят. И люди будут тебя приветствовать. Знаете, куда бы я ни приезжал, все, везде меня любят. И все улыбаются мне. И я могу как осел, конечно же, сказать, какой я, как меня любят люди. В действительности, а, 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 это не меня осла любят, а того, кто на моей спине сидит. И когда мне говорят, Максим, мы тебя любим. Я понимаю, это не персонально, это потому, что Иисус на моей спине. Я как тот ослик, который везу Иисуса, везу Иисуса в разные страны, и в Израиль, и в Австралию, и в Миссури, и в Миннеаполис, и в Украину, и в Россию, чтобы вести Иисуса в жизни людей. Я хочу, чтобы вы увидели, мы будем теми осликами, которые везут Иисуса в ваши города ваши улицы, ваши семьи везут Иисуса, вы везете Иисуса на своей спине к народам. Господи, я хочу иметь успешную жизнь, отвяжи меня. Он отвяжет тебя, он пошлет апостолов, отвязывает тебя. Может быть, Господь меня сегодня прислал к вам, чтобы отвязать вас, отвязать вашей жизни отвязать вас от ваших привычек от ваших, отвязать вас от ваших э, бедности, нищеты может быть отвязать от глупости Господь посылает меня, чтобы открыть для вас что Он хочет вас вести, на вас въехать к вашим друзьям в ваши спортзалы в ваши э, церкви Иисус хочет въехать, Ему нужен кто-то ослик, вспомните Симон Кириняни который нес крест на Голгофу Иисус вы знаете, вот Иисус использует ослов таких, как я, осликов, которые привязаны, стоят и думают, это моя жизнь, судьба, мне такая предрешена судьба. Нет, мне такая судьба не предрешена, потому что Иисус присылает кого-то и говорит. Сейчас представьте, ты стоишь, чтобы привязаны, кто-то отвязывает ты смотришь. Зачем вы меня отвязываете? Тут хозяин пришел рогатый. Зачем отвязываешь сейчас сущий? И ты говоришь, он надобен Господу. И ведет тебя к Иисусу. И пошел к Иисусу. Он надобен Господу. Он надобен Господу. Я надобен Господу. Иисус на моей спине хочет въехать в этот Иерусалим. Сегодня через это вещание Иисус на моей спине въезжает. Я так рад, так рад, что вы рады Проповеди Евангелия, рады Иисусу Христу. Принимайте его и кричите: Асанна, Асанна Вышних Богу. Аллилуйя! Эти апостолы пришли, и кто-то скажет, что это как грабеж, может быть, это как грабеж, как это так взять и так забрать осла. Это же неправильно. Может быть, с вашей точки зрения, это неправильно, но я хочу сказать вам: Иисус Христос, Он хочет, Он желает чтобы спасение пришло ко всем людям. И ему нужны такие, как ты, такие, как я, люди, которых отвяжет он, чтобы они несли проповедь Евангелия по всему земному шару. Дорогие, вы понимаете, о чем я говорю? Иисус хочет найти таких осликов. Иисус хочет найти такого осла, как я, чтобы ехать. Куда он может на мне приехать? Ну, вот сюда, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Он может на мне приехать в какое-то общение, Он может на мне приехать а, в какой-то круг, Он может на мне приехать куда-то. Послушайте, когда, когда мы говорим о а, ты запомни, ты надобен Господу. Андрей из Австралии пишет: Я надобен Господу. Андрей, абсолютно верно, Ты надобен Господу. Иисус хочет использовать этого ослика. Иисус хочет использовать этого ослика, за которым, за, на котором Он поедет. И не удивляйся, когда вдруг все начнут кричать: Осан, стелить одежду перед тобой и пальмы ветвями махать. Не удивляйся, не удивляйся этому, когда люди начнут восклицать от радости. Не думай, что это ты особенный. Это Иисус тебя просто отвязал, и апостолы сказали: Ты надобен Господу. Там в Афинах Ли вы нам нужны Господу. В Казахстане вы нужны Господу, в Австралии, в Германии, в Италии, во всех этих странах вы надобны Господу. Вы надобны Господу. Иисус Христос хочет въехать на вас, на вашей спине. Он хочет въехать в разные места, в разные, в разные места. Он хочет открыться для людей, но ему нужен добрый, верный Отвязанный осел. Так что, как говорится, и все ослы скажут ⁇ Аминь ⁇ Я не в смысле глупый, я не глупый, но я как тот ослик привязанный, я хочу донести Иисуса. Господь, я прошу, благослови каждого человека. Во имя Иисуса Христа. Я говорю благословение над вами. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с Вами Господь, да направит вас Господь, да поддержит вас Господь, да укрепит вас Господь, да пребудет с вами Господь, благословляю, благословляю. Благословляю вас именем Иисуса Христа Я говорю благословением Господь, использую каждого человека Чтобы Евангелие распространялось По всему льзу земли Использую каждое сердце Использую каждого Господь Во имя Иисуса Христа Я благословляю вас именем Иисуса Христа Да пребудет с вами Господь Да направит вас Господь Да укрепит вас Господь Да поддержит вас Господь Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа Благословляю вас да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И все скажем Аминь. Пусть Бог благословит вас. Я Максим Максимов. В конце я хочу сказать большое спасибо вам за участие. У нас последняя минута остается. Я благодарю и благословляю Бога за каждого из вас когда Иисус нас сравнивает с овцами или о, с осликами или еще с кем-то, он сам лев из колена Иудина. Это всего лишь образ, это не оскорбление. Может быть, для вас звучит как оскорбление, но я себя абсолютно не чувствую оскорбленным. Пусть Бог благословит вас. Вы видите, мы собрали 2227 долларов. Если хотите, поддержите нас. Мне очень нужна ваша поддержка. Благодарю Бога за каждого из вас. Встретимся завтра в то же время на том же месте здесь встречаемся через 23 часа, благословляю вас. И благодарю Бога за каждого человека, кто сеет десятины в это служение. Благословляю, я благословляю вас. Распространяйте Евангелие Иисуса Христа до краев земли. Несите веру евангельскую, распространяйте. Пусть Кай Господь отвяжет вас, как отвязал этого сленка через апостолов. И я пришел, чтобы отвязать вас. Бог да благословит вас. Встретимся завтра в это же время. Всем пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.